До Октябрьской революции на месте нынешнего Сыктывкара был маленький городок Усть-Сысольск. Сейчас это благоустроенный город. Ровные улицы, кварталы многоэтажных домов, здания школ, театров, научных учреждений неузнаваемо изменили его облик. Немалая заслуга в преобразовании родного города принадлежит и депутату Верховного Совета Республики Коми Раисе Дмитриевне Изюр. 25 лет работает Раиса Дмитриевна на стройках города. Ее руками, руками ее учеников возведены десятки домов. Не только трудом известна Раиса Дмитриевна. Многим она помогла овладеть специальностью, найти дорогу в жизни. Имя Изюровой известно далеко за пределами республики. Часто можно встретить Раису Дмитриевну в общежитии молодых строителей. Словом и советом помогает она девушкам. 1 марта трудящиеся республики избрали Раису Дмитриевну депутатом Верховного Совета Российской Федерации.